Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. С сегодняшнего дня на 10 дней в Кызыле отключено горячее водоснабжение. С 1 по 10 июля будет произведен полный останов станции. Основное внимание будет уделено ремонтно-восстановительным работам на главном паропроводе Кызылской ТЭЦ. Это труба с условным диаметром 200 мм, от целостности которой зависит бесперебойная работа котельного, турбинного и электрооборудования всей станции. Причем в работе данный трубопровод находится постоянно, поэтому производить работы на нем можно лишь при полном останове станции. Ремонтная кампания также затронет магистральные, разводящие и внутриквартальные тепловые сети. В этом году планируется заменить более 2 километров трубопроводов. Это те повреждения, которые были выявлены в отопительный период 2018-2019 годов, а также в ходе гидравлических испытаний, проведенных в начале июня. Но устранить их оперативно без полного прекращения подачи горячего водоснабжения потребителям невозможно. Будут заменены участки сетей на правом берегу по улице Правобережная и в районе улицы Калинина. По утвержденному графику все запланированные ремонтные работы завершатся 10 июля. В этот же день будет произведен пуск котла-агрегата, чтобы обеспечить равномерный прогрев тепловых сетей. Горячая вода у потребителей будет появляться поэтапно в течение суток 11 июля. В минувшую пятницу в Кызыле прошел Совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» под председательством главы Тувы Шалбана Караула. В повестке дня заседания 3 актуальных вопроса. Это развитие маршрутной сети Сибири с участием малой авиации, региональной туристской инфраструктуры и индустрии, а также разработка сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров. Сибирское соглашение – это действующая договоренность между регионами. И мы гордимся тем, что у нас есть возможность обсуждать межрегиональные какие-то проекты, которые мы очень заинтересованы. Здесь, на территории Тувы, когда проводится Сибирское соглашение, мы воспользовались и пригласили своих коллег, которые граничат с нами. Это губернатор Упсаймаков, губернатор Ховтаймака Монголии и плюс руководство Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китайской Народной Республики. Лишь с одной целью того, чтобы мы обсудили с ними заинтересованность в создании трансграничных коридоров. И эта дискуссия на глазах у вас будет сейчас происходить. Участие в Совете приняли губернаторы и руководители законодательных собраний сибирских регионов. Все субъекты округа чувствуют свою идентичность, где даже такие вопросы, как трансграничные коридоры с Монголией и Китаем, волнуют территории, расположенные далеко от границы. Здесь заинтересованы непосредственно руководители регионов в реализации того или иного проекта или решении того или иного проблемного вопроса или задачи на своей территории, и не только на своей территории, на территории соседних субъектов. И то, что сегодня вот обсуждение было, когда Шалбанович сказал, значит, те регионы, которые, Андрей Александрович и так далее, уважаемые коллеги, значит, только вместе, вы это уже без меня, значит, знаете, я просто повторюсь, только вместе мы сможем реализовать что-то. Во второй момент, еще раз акцентирую внимание, реализация проекта для решения проблемы какой-либо в одном субъекте даст положительный или отрицательный эффект в других соседних субъектах, вообще все субъекты Сибирского федерального. Что касается туризма, то Сибирский федеральный округ сегодня занимает 4-е место в России по туристическим услугам. Исполком МАС считает, что у индустрии есть шанс выйти на 3-е место в стране. Но для этого предстоит еще довольно тщательная работа. Я вам хочу дополнительную информацию дать. Сегодня до конца августа произойдет тестирование. Тестовый маршрут будет пройден людьми для того, чтобы секундомером, грубо говоря, замерить, да, и посмотреть. Это маршрут, это проект, который уже сегодня в стадии, скажем так, старта реализации. Мы его не зря назвали «Золотое кольцо Сибири». Я думаю, что все регионы заинтересованы в том, чтобы показать свои такие достопримечательности, места и так далее и тому подобное. И мы его, в принципе, со следующего года можем запустить.
Еще одной темой обсуждения стала разработка будущей межрегиональной программы развития сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров. При ее создании будут учтены наработки экспертно-консультационного совета МАС по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. Итогом межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» стала церемония подписания пятисторонних соглашений о сотрудничестве между правительствами Тувы, Алтайского края, Кемеровской области, Республик Хакасия и Алтай в сфере обеспечения безопасного функционирования и устойчивого развития транспортного комплекса. В Туве открыт пункт сбора помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. В соседнем регионе из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в 4 муниципальных районах. В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. По состоянию на 30 июня число жертв паводка возросло до 5 человек. Подтоплено 3735 жилых дома, в которых проживают свыше 9000 человек, в том числе 1984 ребенка. Также в этих районах подтоплено 17 участков федеральных дорог и 13 мостов. Ущерб от бедствия для дорог регионального значения оценивается в 800 миллионов рублей, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Отмечается, что уровень воды в реках региона в ближайшие сутки будет подниматься из-за ливневых дождей в горах Восточного Саяна. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заметного улучшения погоды пока не предвидится. В Туве пункт приема вещей первой необходимости открыт по адресу: город Кызыл, улица Ленина, 32, кабинет 112, телефон для связи 2-32-70. Пострадавшим требуется бутилированная вода, постельные принадлежности, одежда, обувь, бытовая химия, гигиенические средства, спальные мешки, столовые приборы и кухонные принадлежности, а также продукты питания длительного хранения. Кроме того, в связи со сложившейся паводковой ситуацией на территории Иркутской области, МЧС Тувы просит жителей республики воздержаться от поездки в соседний регион. Отмечается, что из-за затопления автодороги во многих направлениях перекрыты, изучаются обходные пути сообщения. Выбрать молочные продукты без заменителей молочного жира станет максимально просто с 1 июля. На полках магазинов их выложат отдельно от другой продукции и подпишут. В силу вступает постановление правительства России, которое вводит такое правило. В торговом зале, в другом месте продажи молочные и молокосодержащие продукты без заменителей должны выкладываться так, чтобы покупатель мог отличить их от других пищевых продуктов. К полке приставят надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Больших расходов торговые сети не понесут, сообщает российская газета. Больше всего нововведения скажутся на поставщиках. Им теперь придется задуматься о правильном продвижении своего товара. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 8 копеек, евро 71 рубль 82 копейки. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Сотрудники полиции – нередкие гости в пришкольных лагерях. При этом особой популярностью у ребят пользуются визиты кинологов. Не стало исключением показательное выступление, организованное на базе детского оздоровительного лагеря «Юность». Инспектор-кинолог не только рассказал о кинологической службе, объяснил, для чего нужны собаки в полицейской работе, но и показал, что они умеют делать. Особый интерес у ребят вызвало показательное выступление по обнаружению взрывчатых веществ. Общий курс дрессировки, поиск взрывчатых устройств и боеприпасов. За всеми этими элементами программы ребята наблюдали с неподдельным интересом. Нам сегодня показали, как собаки ищут взрывчатые вещества, оружие и так далее на дорожных КПП. Мне это понравилось, интересно было смотреть. В ходе профилактической беседы правоохранители напомнили детям о мерах личной безопасности, правилах поведения на улице и во время отдыха на водоемах. И к началу сезона уже зарегистрированы преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, имущественного характера, кражи велосипедов и сотовых телефонов. Призываем
соблюдать меры личной безопасности и сохранности имущества и ценных вещей при купании на водоемах. Полицейские уверены, что такие мероприятия не только позволяют познакомить ребят с работой полиции, они также необходимы в плане ранней профилактики правонарушений и преступлений. «29 июня на стадионе имени пятилетия Тувы Кызыла состоялась торжественная церемония открытия вторых всеармейских соревнований на Кубок министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по спортивной борьбе. Почетными гостями открытия турнира стали начальник ЦСКА, полковник Артем Громов, руководитель оргкомитета турнира, начальник физической подготовки 41-й общевойсковой армии подполковник Иван Кувырзин, а также именитые борцы, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, а также олимпийские чемпионы Алексей Мишин и Вартарес Самургашев. Также двукратный чемпион мира и Европы Александр Игнатенко. Принцип этого турнира – стенка на стенку. В воскресенье 30 июня определились победители и призеры. Третье место завоевала команда ВДВ. В финале всеармейских игр встретились команды 41-й общевойсковой армии и Центрального спортивного клуба армии. С общим счетом 8-5 победу одержала сборная 41-й армии. Команды, занявшие призовые места помимо медалей самих соревнований, также были награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации за отличие в соревнованиях первой, второй и третьей степени соответственно. Медаль была утверждена приказом министра обороны Российской Федерации в 2014 году. Также специальные награды соревнования были вручены начинокулору в номинации «За лучшую технику по вольной борьбе». А представитель ЦСКА Никита Мельников стал победителем в номинации «За лучшую технику» в греко-римской борьбе. Кубок за волю к победе от Центрального спортивного клуба армии начальник армейского клуба полковник Артем Громов вручил команде Южного военного округа. Также он отметил представителя ВДВ Вага Маргаряна, наградив его кубком за лучшую технику. Специальные подарки от трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Карелина школе-интернату города Акдувурака для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата вручили олимпийские чемпионы майор Алексей Мишин и Вартерес Самургашев. Александр Карелин, в свою очередь, здесь же на ковре после схваток провел мастер-класс. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 28, плюс 30. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.